Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас еще один заказ Фаберлик по второму каталогу. Вот такая небольшая, но очень интересная посылочка с новинками. С вами. Давайте вместе с вами распакуем. Я наконец-то с канцелярским ножом. Так. Вот так все у нас тут с вами упаковано. Итак, поехали. Давайте начнем с бытовой химии. Я заказала средство для мытья посуды с грейпфрутом. В этом каталоге оно было по акции. Вот так оно выглядит. Артикул его 118.30. Почему взяла именно это? Сейчас у меня в использовании Гринли. Сейчас я вас немножко поближе придвину. В использовании Гринли, и к нему рука вообще не тянется, и быстрее бы уже дорасходовать, он у меня не пенится. Я не знаю почему, вначале вроде как-то было нормально, а сейчас наливаешь достаточно много средства на губку, и хватает на 3 тарелки, все, пена куда-то испаряется, ее просто нет. Вот сейчас под конец подразбавила его немножко водичкой, и тогда как-то пена стала побольше, уже не на 3, там, а на 5 тарелок хватает. Но тем не менее, я больше Гринли средства для посуды не куплю, не потому что там я супер-пупер экономная, да, потому что мне просто не нравится постоянно доливать и доливать на губку, потому что не пенится, да. Поэтому взяла наше привычное, оно тоже 0+, оно тоже безопасно, оно гораздо лучше пенится. У меня, кстати, пришло густое. Иногда Фаберлик от партии зависит густота средств для мытья посуды. Вот у меня грейпфрут пришел очень густой. Вы не видите, но вот я когда переливаю, я прям чувствую, что здесь густота самое оно. Запах грейпфрута приятный. Самое жидкое, по-моему, всегда бывает вкусненький. Яблочко и малинка, ну, у меня, по крайней мере, да? Но они тоже классные. Поэтому почему бы да. Так, взяла спрей водный освежитель. У меня всегда парочка должна быть в доме. Один стоит в комнате в зале, другой стоит в туалете. Вот этот взяла, так как второй закончился, 113.26. Это тропический бриз. Он не самый стойкий из тех, которые у нас есть. Но, тем не менее, запах все равно приятный, такой нежненький, свеженький, быстро улетучивается, в воздухе держится не очень долго, но люблю, все равно люблю их менять, потому что запахи надоедают, частенько хочется чего-то другого, да. 113.26 артикул сказала, они безопасны для животных, они у нас водные, и здесь есть такая заглушка, да, детей, чпок, вот сейчас он будет распылять, закрываем, все, он не будет распылять, ребенок захочет нажать, не нажмет. Классный, классный запах. Все равно запахи все приятные, у всех освежители. Так, дальше что у нас тут с вами? В отдельном пакетике. В отдельный пакетик прям... Мне прям Сбермаркет напоминает, потому что сейчас Фаберлик в коробках фасует отдельную продукцию по отдельным пакетам. Вот еда в отдельном пакете, да, чтобы она не соприкасалась с бытовой химией и с другими какими-то средствами. Она у нас в отдельном пакете. Я заказала себе 3 батончика. Они маленькие, они не очень бюджетные. По-моему, со скидкой, девчонки, по 49 рублей. По 59, наверное. Сейчас я вам скажу точно. Да, по 59 со скидкой 26%. Но на них 20. На них почему-то скидка 20. Не понимаю, почему. В общем, на батончике скидка 20. Хотя моя скидка... А, это 20 рублей. Господи, что я... У меня 26% скидка. И, в общем... 49, да, 59 рублей один батончик. Мне не нравятся, девчонки, они вкусные, они реально вкусные. Но не бюджетно. Здесь сколько грамм у нас с вами? Сколько грамм? 35 грамм, то есть они вот такие вот малюсенькие. Этот у меня с кокосом, получается, артикул его 156.46. Я вам сейчас распакую, покажу, они все в шоколаде. За счет этого они очень вкусные. Вот так он выглядит, этот батончик. Да? Достаточно твердые, но у них такое вкусное наполнение, девчонки. Я пробовала много разных батончиков, в том числе и на ПП. Но таких вкусных я не встречала еще, честно. Поэтому, может быть, конечно, цена и оправдывает себя. Здесь 21% протеина. Я не знаю, у них, по-моему, нет сахара, если я не ошибаюсь. Сейчас состав почитаем, но они сладкие. Смотрите, кокосовый сироп олигофруктозы, кокосовая стружка, кондитерская глазурь, подсластитель, растительный жир туда входит. Какао-порошок, сухая молочная сыворотка, эмульгатор, ароматизатор, концентрат сывороточного белка, молочного белка, изолят соевого белка, вода, мальтодексин, гидролизованный коллаген, цитрацинк, ароматизатор, витаминный комплекс С, Е, В6, В1, В2, фолиевая кислота, биотин, В12, С, В6, натрий, консервант, сорбат калий. Все, сахара, да, здесь в чистом виде нет. Сироп, вот видите, олигофруктоза.
Очень вкусные батончики, невероятно. Шоколадный у нас в артикуле 156,45. Вот так он выглядит. И третий. Вот эти мне три больше всего нравятся. И третий у нас фисташковый, по-моему, если я не ошибаюсь, 156,47. Вот такой зелененький. Они невероятно вкусные. И мне даже вот 59 рублей уже за них не жалко. Дальше новиночки. В прошлом заказе не взяла, в этом решила взять бритвы. The Line у нас вышли. Три штучки в упаковке. Цена бритв. Так, где у нас бритвы? Батончики. Одноразовые бритвы. 133 рубля уже со скидкой. 179 без скидки. Вот так выглядит упаковка. Она непрозрачная, не подглядишь. Артикул 910-060. Давайте на них посмотрим. Я их обязательно попробую. И потом в обзоре каталога отзыв вам оставлю обязательно. Насколько они хорошо бреют, не царапают ли. Вот в упаковочке три вот такие бритвы. Симпатичные. Здесь написано Faberlic. И ручка прорезиненная. То есть с вот этой стороны, вот эта светлая часть вся, она силиконовая. Здесь пластик. А вот здесь силиконовый, то есть в руке будет держать удобно достаточно, да. Так, крышечка на каждом. И здесь у нас три лезвия. Три лезвия и вот эта сверху белая защитная полосочка такая. Да, защитная. Чтобы не царапало как раз. Они такие маленькие, легкие, удобные, да. В общем, попробую, вам расскажу потом, стоят они или не стоят. Может, муж там попробует даже, если он захочет. Так, дальше повторила покупку, девчонки, мочалки. Нам безумно понравилась мочалка, я в таком диком восторге от нее. Одна у меня сейчас у дочери вот такая вот лаймовый сорбет в использовании. Она мылась уже сколько ей? Ну, может быть, раз пять. Но шарики как бы даже не думают уменьшаться. Вы просили меня рассказать о том, насколько хватит этой мочалки, да, сколько она будет пениться. Я вам обязательно расскажу, как только она закончится, или в сюжетах, или тоже в каких-то обзорах, я это обязательно упомяну. Пока она не думает даже кончаться. Я взяла еще такую же лаймовый сорбет. На самом деле очень удобно в поездке, в бассейн. Вы положили вот в этот пакетик с зип-заглушкой. Все. Пришли домой, повесили. Девчонки спрашивали, а как она потом с нее пену убрать, как она вот сохнет и так далее. Все нормально. Просто под кран мы ее потом ополоснули. И повесила я на сам же краник ее стекать, да, потом положила уже куда угодно, она висит, сохнет, все. Пена смывается прекрасно, да, под краном, и все нормально, как бы удобно, никаких не возникло неприятных моментов или дискомфорта. Вот этот запах обалденный, лаймовый сорбет, он прям бьет в нос, здесь 8 шариков. Я взяла еще вторую такую, решила взять черничный коктейль. Вот так она выглядит, так, лаймовый сорбет 910-111. Черничный капкейк 910-110. Мне интересно понюхать и вот этот аромат. Я не очень люблю, когда присутствует аромат выпечки. Лаймовый сорбет, она освежающая, классная на самом деле. А вот капкейк, не знаю, сейчас зайдет, не зайдет, посмотрим. Так, открываем пакетик. Вот они, эти шарики. В них здесь почему-то такие, как три дырочки. Я вам уже в обзоре прошлого заказа показывала. Внутри такие небольшие дырочки. Слушайте, пахнет тоже классно. Вот такой мужчине бы я взяла. Потому что такой какой-то, знаете, аромат лаванды, что я тут чувствую почему-то. Ни чернику, и ни капкейк, и выпечку я здесь не чувствую. Парфюм. Они, вот эти мочалки, отличаются от всей линейки по аромату Beauty Cafe. То есть, если вам нравится черничный капкейк в геле для душа или жидкое мыло и так далее, мочалки пахнут по-другому. Имейте в виду так же, как лаймовый сорбет, потому что я брала лаймовый сорбет мыло, но совершенно по-другому пахнет. Здесь ароматы гораздо интереснее и насыщеннее, для меня, по крайней мере. И они сильно отличаются от всей линейки. Очень насыщенный такой прям аромат тоже, но никаких негативных эмоций, отторжений не вызывает. Действительно приятно пахнет, классно, вообще супер. Мочалка добротная, я уже говорила вам, что она отличается очень сильно от магазинов. Она как кольцом сделана, тут посередине можно вот так пальчики продеть, соприкоснуться, да, ими друг с другом. Она гораздо плотнее набита, чем магазинные. Ну и вот пока дочь моется, да, как бы все нормально, смотрите, она большая. Пока не разваливается, не деформируется, ничего с ней не происходит. Поэтому я, возможно, еще буду брать, если сейчас не разберусь, в следующем каталоге на подарки в школу, учителям и так далее. Вообще, мне кажется, потрясающе. Мне было приятно такую вещь интересную получить в подарок, на самом деле. Так, дальше, девчонки. Я взяла краску, точнее, две. Я взяла осветлитель. Faberlic Expert Color. Нет, я не хочу снова быть светлой, не подумайте. Я хочу немножечко почистить цвет, снять пару тонов, потом покраситься в другой оттенок.
Я первый раз беру осветлитель Faberlic. Артикул его сейчас скажу, 180-54. Первый раз его беру, и поэтому мне очень хочется протестировать, насколько он работает и как хорошо. Краски Faberlic Expert Color, они такие ядреными, можно и волосы пожечь, и кожу головы. Так что, думаю, осветлитель тоже снимет цвет хорошо, я в этом практически уверена, но будем пробовать. У меня в фаворитах, когда, вот знаете, мне раньше замандит за один день из темного выйти в блонд, то мне помогал только осветлитель Сьёз, который там на 9-8 тонов снимает. Там на коробке прям так и написано. Вот только он, потому что я перепробовала много. А если уж захочется, то надо сегодня и сейчас, да, за 1-2 дня, 2 дня максимум. Дольше терпеть нет возможности. Мне помогал вот только Сьёз. Он, да, он за один раз до желтизны вам черный и темный цвет снимет. Мне интересно, насколько хорош осветлитель именно Expert Color. Даже многие девчонки хвалят, но говорят, что, конечно, можно пожечь. Я сама знаю, когда я была блондинкой, красилась этой краской, она жжет, она действительно жжет, но она стойкая. Здесь самые стойкие пепельные оттенки. И чем же я буду потом краситься? Я буду краситься потом оттеночком 7.1. Это уже Faberlic Expert Color, 180-38 артикул. Я, по-моему, самостоятельно этим оттенком не красилась или красилась один раз. Так в основном смешивала с другими цветами или корни затемняла, потому что вот то, что здесь нарисовано на коробке, это не совсем соответствует действительности. Он выходит по факту совсем темный. С пепельным отливом, но совсем темный. Пепельный блондин, но даже на коробке далеко не пепельный блондин. Это вам еще немножко высветляет камера. На самом деле потемнее на коробке нарисовано. Он получается практически темно-русый, 7.1, имейте в виду, пепельный блондин, да. Я в основном брала 8.1 и 9.1. 8.1 часто смешивалась с 9.1, когда красилась в пепельный цвет, чтобы получился красивый отлив. В общем, будем с вами в следующем видео вместе тестировать, краситься, посмотрим, что из этого получится. Очень интересно, я сейчас последние несколько дней ухаживаю за своими волосами, поэтому они у меня, может, заметили, сегодня висят как сосульки такие, потому что крашу сейчас редко и хочется не пожечь волосы. Вчера делала маску с репейным маслом, долго-долго ее носила, держала, чтобы напитать и волосы, и кожу головы, чтобы не пожечь потом сильно свои волосы, да. Вот в течение нескольких дней я такие процедуры делаю, уже как-то по-другому немножко относишься к окрашиванию, уже не хочется таких диких прям экспериментов, чтобы волосы отвалились, уже в конце концов хочется их отрастить. Так, ну и последнее, но не менее интересная покупка в этом заказе, это у меня полноразмерочка Дон Леон. Я взяла своему мужу, мне очень понравилось по пробнику, дала ему потестировать, ему тоже понравилось, аромат интересный, все ароматы сейчас во всех косметических компаниях приходят с вот такими штрих-кодами, это обязательное правило, аромат приходит в слюде, здесь 100 мл или 90, если я не ошибаюсь, 100, так, артикул, девчонки, 32,56. Пока хорошая скидка. Берите своим мужчинам на подарки. Скоро и 14 февраля, и 23. Аромат потрясающий. Мне понравился. Я очень придирчиво отношусь к ароматам Faberlic, но этот действительно зашел. И сейчас, пока еще он по каталогу, 999 рублей. А в следующем каталоге он уже будет 1500. Сейчас брать очень выгодно. Без программы даже Faberlic Life, да? Он у нас получается со скидкой с моей 26% 740 рублей. Но это ни о чем для такого интересного вкусного парфюма. Я его тестила сама у себя на запястье. И он достаточно стойкий. Здесь выбита вот эта вот штучка. И буковки выбиты. Очень красивая такая презентабельная упаковка. Сейчас мы с вами откроем. Посмотрим, отличается ли от пробника. Бордовый флакон. Я вам сейчас потом покажу поближе, как он выглядит. Кажется таким темным. На самом деле он такой вот бордовый, красный. Крышка под дерево. Слушайте, такое ощущение, что это дерево, а не пластик на самом деле. Я покажу вам сейчас поближе. Достаточно плотная крышечка, да? И я вам говорила, что мне и на себе бы вот его хорошо поносить, потому что у меня такое сложилось впечатление, что этот аромат практически вот унисекс. Мне нравилось, как он раскрывается именно на мне, поэтому я душусь. Ну. Ой, красота вообще. Да, с пробником один в один. Ну, конечно, все равно из пробника, когда ты палочкой мазюкаешь по коже, это одно. Когда ты распыляешь уже из полноразмерки, это совершенно другое. Классный аромат, мне очень нравится. На самом деле, Faberlic больше мужских и достойных ароматов, нежели женских. Но вот эта новинка прям здорово. Мне предыдущие не понравились. Ни какие у нас там были, забыла уже. Ну, в общем, две новинки тоже мужских предыдущих не понравились вообще. Не зацепили, а вот это классно. Здесь есть и сладкие такие нотки, немножко шипровые, и как будто лавандочки немножко есть, и древесные какие-то аккорды. Очень интересный аромат, достойный аромат.
за такие деньги и довольно стойкий. Мне нравится, как он звучит на мне, мне нравится, как он будет звучать на мужа. Здорово. И он шлейфовый. У него есть небольшой шлейф, он немножко раскрывается потом. Раскрывается в основном в сладкую сторону. Немножко шипровый становится приглушенный. И я вам говорила уже в сюжетах, по-моему, что у меня на моей коже он раскрывается потом похожим, становится на Beauty Cup Caprice. Почему-то мне так показалось, не знаю. Вот. То есть вот эта шипровость, она как-то на второй план уходит, и остается вот эта вот сладинка. Классный аромат. Я очень рада, что его приобрела. Пока хорошая цена. Мужу презентую. Убираем с вами его обратно. Так, ну вот и все, мои хорошие. Вот такой вот был у меня заказик. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. В следующем видео с вами бритву тогда расскажу, протестируем, будем краситься. На этом я с вами прощаюсь. Если вы еще не зарегистрированы в компании, ссылочка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, тогда буду вашим наставником. Сразу с вами свяжусь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Как выглядит под аромат? Видео. Вот так выглядит коробочка. Смотрите, какая красивая. И сам аромат. Видите, такое бордовое стекло. И крышечка очень интересная, такая вот под дерево. Слушайте, ну не знаю, может, это, конечно, и пластик. Но прям как будто дерево. Как будто кусок ламината. Красивый флакончик такой матовый. Здорово. Тут информация, если кому интересно. Немножко бликует золотые буковки.